лежит, очевидно, строительный мусор, который так никуда и не вывезли. Сложили здесь. Много мешков. Местные жители жаловались на открытый люк, просили его закрыть, но такой очевидно компромиссный вариант, его накрыли плитой. По идее, это люк водоканала, и работы должны проводиться после водоканала. Восстановить тротуар вдоль дороги, который был демонтирован во время проведения работ. Здесь были плиты бетонные, вывезли и назад так и не вернули, и не забетонировали. 2 недели назад обещали это сделать. Заезжала тяжелая техника с этой стороны, не осталось ровных поверхностей, и вот люди вынуждены идти по такому небольшому мостику.